Уборка снега и наледи – первоочередная задача коммунальных служб. Содержание города зимой требует значительно больших усилий. На переднем крае борьбы с сезонными явлениями побывала наша съемочная группа. Ни минуты покоя. Едва разгребли проезжую часть, на крышах домов нарастают сосульки. Справились с ними, завалило тротуары и дворы. Техники, наверное, сейчас в достаточном количестве. Некоторые управляющие компании закупили вторую единицу техники, которая позволяет оперативно и своевременно убрать территории даже после обильных снегопадов. А сложность заключается в том, что недостаточно дворников. Дворников – это категория, наверное, зимой старается увольняться, уходит. Ну и в летний период, конечно, здесь нет дефицита в таких кадрах. Работу коммунальщиков проверяют регулярно. За невыполнение – строгое взыскание. Причем достается и юридическим лицам, в чьем ведении находятся неубранные территории. Только в Ленинском районе за одну неделю составлено 8 протоколов. В некоторых случаях качество уборки оставляет желать лучшего. Убирают у нас вроде хорошо, но вот лед под снегом бывает часто. Вот не знаю, чем его посыпают, но он не растаивает. По идее, вот частенько вот у нас... Частенько падают люди, бабушка у меня, ну, мама моя, бабушка Данила, вот она тоже упала, бывает, вот сосед у меня упал с переломом тоже, вот здесь сразу. Для борьбы с гололедицей управляющие компании заключили договора с предприятием «Дорекс», которое в достаточном количестве заготавливает в летний период песчано-солевую смесь, и все управляющие компании получают, согласно договору, песчано-солевую смесь. Запас имеется, и при необходимости производится подсыпка внутриквартальных дорог и тротуаров. Ну и, конечно, мы требуем очистки тротуаров и дорог, и даже в зимний период до асфальта. Но такие случаи, к счастью, происходят нечасто. Количество уличных травм по сравнению с прошлым годом не увеличилось, если не считать катания на ватрушках. Но это отдельный разговор. В целом же чебоксарцы содержанием города в зимних условиях пока довольны. Мы живем в 31-м доме, в старом, хрущевка. Там вообще исключительно всегда чистенько, не успеет снег выпасть.